Друзья, приветствуем вас на канале Хищников. Сегодня мы хотим показать вам пистолетку на подоле. Хочу сделать небольшое отступление. На эту игру я поехал впервые. Свой Цима Глок я оставил дома. Очень уж хотелось поиграть с пистолетом на грингазе. Из годовалой резервации был изъят Глок 17X от Умарекс. Трассерная насадка на него не подошла. Сразу после первого раунда у пистолета начались проблемы. После каждого выстрела мне приходилось передергивать затвор. С этим Глоком игра шла как с револьвером, но во всем есть свои плюсы. Я почувствовал себя Клинтом Иствудом. Сначала я не хотел выпускать это видео, но все же решил сделать его для того, чтобы вы увидели разницу. Разницу, когда ты приходишь на игру со своим пистолетом и трассерной насадкой. И когда врываешься как неподготовленный игрок. Но об этом в нашем следующем видео из серии «Пистолетка». Давайте перейдем к игре. Итак, правила игры. Режим Deathmatch 1 на 1. У каждого игрока по одному магазину. Раунд заканчивается при ликвидации соперника, окончании газа или шаров в магазине. Чтобы немного разнообразить раунды, иногда игромастер выпускал в игру читера щитовика с Цима Глоком. А он стреляет тоже, да? Не знаю. Но он достал пистолет. Убит. I'm hit. Need assistance. Thank you.
Убит. Yeah.
Друг друга. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч, пока!